лучшем случае перепрыгнул машину, приземлился рожей на асфальт. В худшем случае размазал себя об машину, да? Но в идеале все получится, и мы снимем крутой ролик. Скажите мне, пожалуйста, Артур, как бы мне сделать так, чтобы это было еще ярко, красочно, интересно и понравилось моей женушке? Потому что она сопротивляется. Влад, никак. Вы не правы, Артур. Так, я задаюсь тем вопросом. Я разговариваю с человеком, не понимаю, почему мое слово не имеет веса. Вы типа семья, или вы просто расписались, и по-прежнему у нас есть Артур, которого нужно воспитывать? А вы мамка, правильно понимаю? А не ваши ли слова, Владислав, что в семье должны друг друга поддерживать при любой ситуации? Вот ты же сам говорил, вот, допустим... Это ваши же слова. Если моя женщина мне позвонит и скажет, я хочу себя убить, я не буду ее поддерживать, понимаешь? Я скажу ей, нет, ты не в себе. И дальше будет достаточно очень, поверь мне, неприятный разговор с моей стороны, Артур. Ладно, давай душ поменяемся, я не хочу на тебя давить, правда? Я вообще ничего делать не буду, только с Катей все обсуждать лично. Я вот понял, что вообще вот ничего нельзя говорить, какие-то идеи ходить предлагать, что-либо обсуждать. Все, с этого дня я Кате лично говорю все свои вопросы и проблемы, честно, устал. Реально устал. Это Катя должна задавать вопросы. Катю почему-то устраивает, ну вот, стагнация и отсутствие планов на жизнь. Вот ее, походу, 18, это устраивает. Можно я скажу? Это, вот это мне странно. Можно что люди не думают, чем они будут заниматься, где зарабатывать денег, на что жить, куда пойти и чем себя